Всем здорово, ребятки, меня зовут Павел, и рад приветствовать вас в новых сериях прохождения Medieval Dynasty. Сегодня у нас план-барабан примерно такой. Нам нужно по главе 6 предприимчивость, построить амбар, посмотреть, что там можно вообще делать, как это все работает. Я за кадром пособирал немножко сена, как выяснилось, оно называется по-другому, солома, по-моему. Хотя разница так себе. Короче, возьмем деревянный молоток. Ой, не то положил, копье взял. И пойдем искать место для амбара. Где-нибудь недалеко хотелось бы. Он вообще большой. Здание, земледелие. Ой, фермерский сарай. Наняты здесь рабочие, будут работать в полях и садах. Хорош. Амбар. А, вот чё. Массивная конструкция, однако. Но я бы не хотел очень сильно это все разносить. Далеко до сюда будет ходить. Но он здесь вот прям к месту. Ну, к месту же он здесь. Туда его не вместим мы с вами. Заходим во вкладку «Инструменты», «Деревянный молоток», «Двоечка». Опа, и что нам нужно? Нам нужен камень. Камень, бревна и солома по-любому, да? Сейчас мы возьмем. А еще я придумал, как я буду носить кучу камней. А ну-ка. Сундук открываем. Берем плетеную корзину. Солому берем. Так. 88 нам хватит. Я думаю, да. Камней. Камней по-любому штучек 20 нужно. Возьмем 30. Это 30 килограмм. И финт ушами делаем. Плетеная корзинка. Бросить. Так, теперь бы как-то бы выбросить камни. Ой, прошу прощения. Системный звук вам, наверное, был слышен. Ну ладно. А кто у нас сейчас? Ну-ка посмотрим. Night Stranger, спасибо большое за подписку. Впервые кто-то подписался на меня, пока я записываюсь, я не отключил оповещение со стримов. Блин, не буду этот момент вырезать. Кстати, приурочим это к вопросику. Может быть, вы хотели бы видеть стримы по Династии или по Kingdom Come, например. Может, кому-то зашло этот Stranded Alien Dawn. Почему бы и нет? Пишите. Если что, организуем на YouTube, может быть, на Твиче, зарегистрируюсь там, если это имеет смысл. А пока что у нас 30 камней в корзинке, что-то у нас есть в инвентаре из дерева. А ну-ка, мне нужно камушек взять. И поехали. О, обалдеть! Плюс 720 репутации, если я все правильно понял. И подсказка про управление персоналом. Но это я видел. Неплохо. Новый квест, еще глава 7. Построить не менее 15 зданий. Основание общины. А что так много, 15 зданий? И куда я их сейчас... Где я их сейчас вообще сделаю? Что-то, блин, пока я тут хожу, все перекладываю туда-сюда с этим ограниченным весом. Мне уже надоело немножко. Все-таки не продумано при стройке ограниченный вес. Ну-ка, овсяным рулетиком закушаем и еще раз попьем. Нормально. Так, и вот у нас готовый амбар. Что мы можем делать тут? Верстак. Тут у нас значится корм. Вот рецептик солома плюс зерна. Штукатурка. Строительный материал, смешайте глину и солому, используйте для утепления плетеных и деревянных стен. А мне каменные хочется дома строить. А может, вперемешку делать как-то? Угу. Удобрения. Нужен навоз для удобрений. А, и в УО, или гниль. 10 единиц? Это что мне нужно туда запихать? Кучу-кучу-мучу ягод, что ли? И маковое семя можно здесь делать.
Так, я это понял, хорошо, сундук 250 килограмм вместимость, что-то тут полочка в качестве декора есть, веревочки, веревочки, всякое такое тут, инструмент, инвентарь, гумно. Здесь мы можем делать зерна пшеницы, овсяные зерна, ржаные и льняные. Льняное семя, стебель льна мы получаем. С одного льна, короче, с одной единички получаем. Какое количество семян? Ну-ка. Ой, нифига тут анимация. Да, одно семя и один стебель. А это что такое? Жернова. Тут мука у нас в количестве 5, 10 и 5. Либо по 5 зерен на 5 единиц муки, овсяных или ржаных, или с пшеничных зерен получается муки больше в 2 раза. Так, ну хорошо. Давайте гумно, лен весь принять. И за сколько он справится? О, 3 секунды, чуть больше, нормально. Итого у нас в инвентаре появляется льняное семя 395. Етишкина жизнь. Стебель льна тоже 395, из него я могу спрясть на прялке в швейной мастерской. Я могу из него сделать льняную нить. А из нити я уже могу делать ткань. А сколько мне нужно? 10 стебелей, стеблей льна на одну нить. Так, это у меня получается потенциально здесь сейчас 39 ниток. Ох, это ж каких размеров нужно поле и какие нужны удобрения для того, чтобы сделать кучу-мучу одежды на продажу. Это ж, наверное, нужно нам с вами вот примерно вот это поле прям засеивать все льном, чтобы только вот в одежду упереться и в нитки. Потому что, насколько я понял, нитки нужны не только для одежды и для предметов декора также. Ну вот эти мешки, понятно. Сумки — это инструмент у нас считается. Обалдеть. И на какой-то еще инструмент. А, ну там арбалеты, луки еще на оружие тоже нужна нить. Жалко, нельзя посмотреть, что мы вообще можем. Вот рецепты бы узнать. Барельефы добавили, кстати. Это типа картины. Я подозреваю, что они тоже из ниток делаются. Ой, ребят. Надо упарываться, походу. Покупать железную мотыгу, кучу удобрений и высаживать лен на следующий год. Он у нас, когда мы можем его? По весне. Сейчас лето. Обалдеть, это настолько много. Ну на один год-то 39 ниток хватит, чё? Мы же с вами тут не китайский завод открывать собираемся. Адики шить нам не надо. Поэтому 39 вполне себе. Построить не менее 15 зданий по квесту, поговорить с Алвином. Нам это нужно сейчас пока в квест упарываться. Тут 60 построек лимит. Я думаю, нам прям сильно упарываться в здание это не надо. Маленькая ферма у нас. Стадия развития. Карта. Ну-ка. Дневник. История Юнигоста, поговорить с Самбором и поговорить с Алвином. Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. И у нас еще увеличится лимит построек. Так он у меня 60. Зачем мне 40? Или на 40 он увеличится? Непонятно. Я тут вот о чем подумал. Раз пока что я доску подобрал. Зачем я это сделал? Откуда я ее подобрал? Отсюда, судя по всему.
Инвентарь, ресурсы, доска, выкинуть, схватить. И вот так. Опа. И эту немножко подровняем. Вот так. Не-не-не, чуть-чуть поближе. Повернем ее. Вот так. Я тут что подумал-то? Если нам пока что в квесты сильно упарываться не нужно, ну, по сравнению с тем, что нам нужно развиваться в здании и в постройке, и вообще в рецепты. То есть у нас квесты нужны для репутации. Репутация нам увеличивает количество возможных построек, которые я изначально выкрутил на максимум, потому что хочу построить большущий город. Вот. Пока что 60 зданий лимита нам с вами хватает целиком и полностью. Однако есть нюансы. Какие именно? У нас два дровосека. Дроворуба, дровокола. Они собирают дрова, ветки и бревна. Вернее, бревна и ветки, а из них уже делают дрова, чтобы было отопление в здании. И мы до сих пор вручную их кормим и поим. Такое себе, согласитесь? Мне кажется, что я сейчас вот пойду в Гастовию, там куплю зерна. Для чего? Для того, чтобы... Вот здесь в дереве технологий написано. Сельское хозяйство. Развивайте эту ветвь, выращивая и разводя животных. Открывайте новые схемы и учитесь возводить лучшие фермерские постройки. Я думаю, что если я сейчас возьму, куплю зерна, солома есть, и попробую сделать кучу корма. И это мне в теории бустанет либо опыт сельского хозяйства, либо опыт ремесла. Посмотрим. Если опыт ремесла, то я еще поля, наверное, повозвожу, ну и потом их удалю. Создам поле, допустим, 2 на 5, в 10 клеточек таких будет. Я их вскопаю и удалю. За это получу опыт. Тем самым открою новую постройку. Это загон для ослов. И начну переезжать на новое место с вот с этой постройки. Почему я так думаю сделать? Потому что новая стройка с ограниченным весом – это перевозка большого объема ресурсов. Соответственно, вручную сам я буду это делать в несколько заходов и долго. И мне кажется, что логично было бы поставить загон для ослов, купить осла и на осле уже, собственно, перевозить ресурсы и строиться. Вот. И начнем мы с... После загона для ослов с простых домов. Мне кажется, опять же, кажется, это только мои мысли, что большие дома по месту, которое они занимают на карте, это слишком шикарно. Ну, прям слишком, будем честными. Где там этот Эдвин? Я хочу построить всем жителям, обычным поселенцам, средние дома. Это в два раза, по-моему, больше, чем маленький дом. Выглядит нормально, и места там хватает. Вполне себе. Так, Эдвин, здорово, я к тебе за зерном. Покажи мне свои товары. Здесь мне у тебя ничего не нужно. Мотыги я и сам сделаю. Кстати, могу же каменные, по-моему, делать. Надо их изучить. У них какая прочность? 150. Ничего себе, в три раза больше у каменной мотыги прочности, чем у деревянной. Плоская шляпа, ясно. Это уже готовое, то, что можно употреблять. Вот, вот это то. Овсяное зерно и ржаное зерно. Что из этого дешевле? Одинаково. У меня 1800. Слушай, какой-то хитрюшка, что-то у тебя все так дорого. Ну-ка, погоди. Гудбай, гудбай, не прощаемся, я сейчас к тебе все равно приду. Где там, где там, где там, где там? Корм, овсяное или ржаное. Ух, какое сложное оказалось слово. Ржаное зерно. Показывай товары. И-и-и-и-и. Давай ржаного зерна мне. Штучек. Ох, ничего себе. Ну, пускай будет 50.
и овсяного зерна штучек 50. 1177 остается. Эх, Эдвин. Кстати, в древе технологий хотелось бы уже факел купить стоячий. Самый первый, пускай будет. Текс. Экс, брекс, фекс. Поехали. Нам нужно обратно построить. Вот что вы думаете, построить не менее 15 зданий? По сути, получается, что мы должны... Мы же не можем перенести дом, да? Нам нужно построить новый дом для наших лесорубов и их уже туда перенести. Ну, в смысле, в меню управления. Угу. Хотелось бы тогда и сразу и житницу перевести с амбаром. Грубо говоря, у нас будет дубликат нашего лагеря, только в другом месте, так получается? Ну, за исключением того, что два лесоруба-то мне точно не надо. Я сейчас пока покрафчу все, надеюсь, что получится. Где у нас добыча? Вот это добыча, да? Нет, не это. Вот она. Шалаш землекопов. Сколько тут работников-то не написано? Тут уже два работника могут работать. Мы пока что только бредем до хранилища второго уровня. Неплохо было бы, кстати, вот уже скамеечку бы прикупить. И стол деревянный. Но мы это сделаем при следующем заходе в Гастовию. И не факт, что в Гастовию. Потому что мне опять нужна большущая сумма денег. Просто невообразимое количество. И, конечно же, это мета этого лета. Флаконы, скорее всего. Сколько я могу уместить деревянных флаконов в свой рюкзак? 70 килограмм. Пум-пум-пум-пум-пум, плюс лук, плюс стрелы. Ну, не такое уж и большое количество, судя по всему. Стебель льна мы скидываем сюда. Он у нас в какой вкладке? Вот так. Льняное семя тоже. Что еще мы сюда скинем? А может быть у нас здесь... Нет, у нас здесь ничего такого интересного нету. Открываем сундук. Капуста лежит. На охоту уже пора сходить. Похлебка-то, наверное, скоро кончится. Кожа, мех, перо. Не то. А я, кажется, это сено-то сложил сюда, солому. Да, 220, забираем. И идем в амбар. А как, наверное, амбар-то нужно максимально близко располагать к посадкам, да? Гумно или нам жернова нужны? Нет. Нам верстак нужен. Корм. Я могу сделать... Блин, я опять нажал на левый клик. Господи. Сколько могу сделать? 43 единички корма, потому что упираюсь во что? В солому или в зерно? Я в солому уперся. У меня еще по 6 зерен осталось. А сколько я сделал всего? О, новый уровень земледелия. Отлично. Ну-ка, навыки. Одно очко у нас тут. Третий уровень. Чё мы можем? Чё мы можем? Глаза разбегаются. Мастер земледелия. Расход выносливости. Пом-пом-пом. На 10% больше урожая в садах. Это опытный садовник. Ездовые животные устают медленнее на 10%. Фермерство на 10% быстрее в течение следующих 10 секунд. Мне кажется, что Росимира, то есть нашего протеже, в первую очередь касается... Навык, который отвечает за ездовых животных. Потому как впоследствии мы с вами самостоятельно заниматься полями не будем. Мы, наша цель этот процесс автоматизировать. И прибыль с него в том числе. Поэтому нам в этом древе нужны навыки на ездового животного, который может перевозить больше на 10 килограмм. Вот это точно хочу. Оно может быть быстрее, и оно может быть выносливее. Помимо этих навыков, нам бы вот на 10 больше урожая в садах. Это, надеюсь, распространяется и на жителей в том числе. Когда поселенцы работают, они же, ну, мой навык как главы поселения считается при этом. Вот если опираться на выживание,
то на седьмом уровне я получил 3, 6, 9, 10 очков навыка, да? Здесь на третьем уровне я получил 3, и вот сейчас еще одно у меня есть, четвертое. Могу ли я прокачать вот это все потом впоследствии, вот эту тройку, чтобы он был, питомец наш, и быстрее, и выносливее, и переносил побольше? Я уже жалею, кстати, что я вот это вкачал. Надо было вот на 5% больше получаемого опыта делать. Блин, ребята, я, кажется, понял. Ну, конечно. Конечно, вот для чего в игре добавлено зелье варенье. Вообще, в принципе. Смотрите, древо технологий открываем, открываем хижину травника. И здесь должно быть зелье, которое отвечает за что? Нет его в первом уровне, оно, наверное, здесь. Зелье возможностей, которое скидывает навыки. Раньше, в ранних версиях, 2 года назад, в игре была возможность сбросить навыки персонажа через свою супругу. Ну, в смысле, через Росимира супругу. Теперь есть зелье варенья. Соответственно, ну-ка, Росимир, короче, 777 монет у нас есть, погнали. Соответственно, теперь, когда есть зелье сброса навыков, мы все навыки можем тратить на вот эти вот, все очки навыков, вернее, можем тратить на вот это вот, вот эти вот перки, которые дают опыта нам больше. А потом мы просто сбрасываем их, когда мы уже прокачались, да, до нужных нам значений. И все. Ну, красота же. Красота. Вот я, кстати, не заходил еще на этот островок. Давайте глянем, может, там что-нибудь есть. И лук я взял? Взял. Как раз стрелы проверим на утках, если они тут имеются. И попьем. Удобно. Блин, жалко, тут как ничего не было, так ничего и нет. Зато есть утки. Стрела выглядит по-другому, приятно. Блин, давно не стрелял. Ему нужно отдохнуть. Надо качать, конечно, навыки, которые за выносливость при стрельбе из лука отвечают. Ну, красивый патч. Мне понравился. Оптимизацию еще побольше подвернули. У меня температуры на видюхе даже упали. Попал. Ну и расстояние-то тут не шибко, да? Утка. Да как это утка? У нее же зеленая голова, это же селезень. Че, добавили кучу всякой живности, но не разделили их на самцов и самок? С копытными же это работает, у них там и самцы, и самки, и так далее. Идя по дороге, я нашел пшеницу. В количестве, сколько ее тут? Блин, 4 штуки. Ну, не так, чтобы много. Кстати, я что-то совсем забыл про такую штуку, как бурдюк. Мне нужно назначить его, видимо, на какую-то кнопку, да? Чтобы его наполнить. Я же могу это делать не через колодец. Да, вот, наполнить бурдюк. Хорошо. А теперь он убрался, да, с горячей кнопки, потому что добавился в меню, перешел из графы инструменты в графу съестное, да? Ну ладно. Уток, кстати, обратите внимание, какое количество большое. Опа, я не рыбу ли случайно вижу? Блин, у меня не... Ну-ка, ну-ка. Вот там вот что-то плавает такое. Блин, от первого лица не особо видно. Ну-ка, если встать. Давай, давай, давай. Я промазал. Да? Я хотел... Я не могу это делать в воде? Блин, на глубине нельзя стрелять. Я все равно какую-нибудь щуку сейчас поймаю по-любому. Очень много камышей вдоль. Мы, кстати, приближаемся к месту предположительной деревни. Блин, что за прикол? Я думал, все место здесь ровное, а тут яма вот такая есть.
Не очень. Хорошая идея, как мне кажется. Вот тут вот у нас перекресток. Отделить его забором, ну, в смысле, вдоль вот этой дорожки, сделать забор. И где-нибудь вот тут вот, не знаю, насколько большая конструкция загона для ослов, поставить, собственно, этот загон. Чтобы, если у нас будут помимо нашего ездового осла какие-то вдруг на разведение, допустим, да, ослики, у них было место, где они могут ходить. Насколько я понял, для этого и калитки сделали. То есть раньше не было калиток, были только заборы. И, соответственно, вся живность, которая ходила по деревне, она ходила абсолютно везде. На свободном ходу еще один остров вижу, сразу иду туда. Вот. О, тут не только живность. Тут еще раз доска, два доска. Потерянная партия товара. Медная руда, хорош. Бочка, семена капусты. Четыре штучки, но тоже хорошо. Почему нет на халяву-то? Блин, орлана потерял. Хотел бы его ради перьев поймать. Что у нас тут? Блин, тут опять ничего. Пустой остров. Что за дела? Эх, печаль, беда. И рыбы опять не видно. А я бы с удовольствием рыбы взял на лук. Как много. Видите, вот тут вот сейчас мы подходим уже. Опять какие-то тюки. Потерянная партия товара. Льняная ткань, халява. Хорошо. Ё-моё, так это можно просто прогуляться и найти тут кучу-мучу всякого разного. Возможно же, что-то еще на продажу пойдет. Ну-ка, что-то мне от третьего лица стрелять не нравится, потому что он как-то не туда, слишком низко берет. Утка. Ага. Перья нужны просто, ребятушки, перья. Чем больше перьев, тем больше стрел. А стрелы и болты нам однозначно нужны. Кто у вас тут, мужички-боровички, чем торгует? Ты кто? Конрад. А ты кто? Унират. Братья, что ли, Конрад и Унират? А ты кто? Вася, короче, ну тебе нафиг с этим шрифтом, непонятно. Мне нужен... О, тут охотник есть. А что продает охотник? Раймунд. Паульс. Ну-ка, покажи мне свои товары. У него из инструментов лук, бурдюк, копья, понятно. Причем три вида лука. У обычного... У нас сейчас какой? У нас обычный, самый первый. Кстати, он уже больше, чем наполовину ресурс свой потерял. И у него 35 повреждения, у изогнутого лука 45, у большого 55. То есть вы хотите сказать, что можно из лука ваншотить каких-нибудь там кабанов и так далее? Стрела 25 повреждения. Угу. Мясо есть на продажу. Дорого, не надо. Понятно, понятно. Не особо-то, короче, мужик интересный, Раймунд. Мне нужен у вас травник. Есть у вас травник? У вас травника нет. Травник туда дальше. Эх, ну ладно, пойдем в Браницу, значится. Тут повозки с тюками, где мясо есть. А помимо мяса тут еще шерсть. Может, еще что-то? Нет, скудновато, скудновато. Но все равно ресурсы на халяву, это хорошо. Интересная местность. А я кирку с собой-то и не прихватил посмотреть, сколько вообще и в каких количествах добывается. Яйцо берем. Перо берем. Нормальное гнездо. Было бы хорошо, если бы его можно было брать. В качестве декора я бы его использовал. Что-то я забыл, в какой деревне был травник. Добровид у нас тут есть. Буретта, Буберта.
Далибора. Она тоже... А, лет 23, симпатия 15, Далибора. Романтика. Что у вас вообще, как... Давай поговорим. Так, я всегда рад новым знаниям. У вас какой-нибудь есть совет? Сегодня хорошая погода. Что предпочитаете, дождь или солнце? Расскажите мне о своей родине. Прокатило, плюс 5. Какая ваша самая большая мечта? Сегодня утомительный день. Я люблю здесь местную кухню. Пом-пом-пом-пом-пом. Давайте про мечту спросим. Опять попали, хорошо. А что, прям вот так вот? Хочу любить и быть любимой, найти того, кто без... А, без кого я не смогу жить. Кто-то, за кого я могла бы умереть, ради кого могла бы убить. А потом родить ему ребенка, которого я смогла бы любить еще больше. Ну и что, в ответ на эти слова Расимир предлагает нам сказать ей, как дела, красотка? Ну это вообще... Что-то это не то. Может, это просто перевод кривой? А, да. Так, вы такая заботливая. Я уверен, вы станете отличной матерью. Вы одна из самых умных людей. Вас когда-нибудь жалила пчела? Да, хорошо. Я никогда раньше так не любил, и это меня пугает. Но лучше я буду всю жизнь бояться, чем... И сделаю еще один вдох без тебя, как моей жены. Но это же рановато, рановато. Давайте скажем, что она заботливая. Плюс 3. Не уверена, но спасибо. Ну, промазали чутка. Вы наверняка тоже станете прекрасным отцом. Еще раз можем у нее что-нибудь спросить, сказать. Многие говорят о фермере, который влюбился в свою работницу. Ой, это вообще мимо. Я никогда раньше так не любил тоже. Писарь, которого я встретил во время своих путешествий, поведал... Мне секрет изготовления чернил. Это вообще мимо. У вас невероятно красивые глаза. Плюс 7. Хорош, Расимир, хорош. И еще раз можно у нее что-то спрашивать. Хо-хо-хо. В моем доме лучшим средством от простуды всегда был бульон из куриных костей. До свидания. Эту реплику точно не надо. Я мог бы часами слушать ваш голос. Вы поете? Так, оставим этот пока что. Я слушал, что наши соседи на западе едят лягушек. Мимо. Я никогда раньше так не любил. Блин, вот этот вариант с женой прям вот так и напрашивается. Давайте намекнем ей, что у нее там голос хорош. Плюс 5. Неплохо. Все, она устала слушать нас. 40 симпатии. Далибора. Из деревни Браница. Я помню, где ты. Теперь я тебя запомнил основательно. И мы идем в Бараницу. Кстати, тут есть вот это что, швея? Да, она уже, наверное, спать легла. Время-то позднее. Ну да. Любомира. Эх, хотел посмотреть, сколько на закуп нить стоит. И вот это льняное полотно. То, как из вас вообще, из тех, кто играет, развивается в плане льна и вот этой всей истории с пошивом одежды. Насколько это рентабельно вообще в принципе? И труднозатратно ли? Как мне кажется, если автоматизировать процесс сбора вот этого вот льна, изготовления нити в швейной мастерской, оно в принципе и неплохо выходит. Ну или должно выходить, как я думаю. Однако меня еще одна мысль не отпускает. Изначально, мы можем построить что угодно, но это не будет иметь толку, если наше поселение не будет обеспечивать само себя хотя бы почти всеми базовыми ресурсами. Ну, изначально это еда и дрова с водой. Вот. Пока они обеспечивают себя вот этим перечисленным, мы им ресурсы будем таскать. Соответственно, если мы наймем сейчас просто рабочих, которые полями будут заниматься, а полем нужно заниматься льном всего 2 раза, это высадить его, да, и
собрать и грядки. Это самое. Блин, я палок не набрал. Вот, рабочие же, которые заниматься будут льном, они будут просто простаивать, пока мы их кормим. Поэтому мне кажется, что для начала нужно сделать так, чтобы деревня обеспечивала себя едой, водой, дровами, а потом уже упарываться куда-то в производство всякой всячины. Ну, вот такие у меня мысли. Где тут? Оп. Следующий день. Блин, чё за туман такой непонятный? И он рассеивается сразу же. Я хоть туда иду-то? Да. Вот тут уже травник есть. Вот он, кажется, Норберт. А тут у нас кто сидит? Неистанка, Рудольфина, Збигниева. Выговорил с первого раза. Где травник? Куда пошел? Вот он. Здорово, Норберт. Покажи мне свои товары. Зелья, зелье веса. На 240 секунд плюс 20 килограмм. Ну, такое. Маскировка. Мгновенное лечение, насыщение, отрезвление, силы, сытости. Еще раз. Я тут не вижу зелье, которое... Может, оно в инструментах, я не знаю. А где зелье, которое... сбрасывает навыки. У него в продаже его нет. Ох, Норберт, как же ты сильно меня подвел. Ой, как сильно. У нас тут навыки добавились. А, я же его просто не распределил, это очко. Эх, печаль, беда. Как нехорошо-то. Древо технологий, дровяной сарай, ой, фу, говорю, хижина травника мне нужна, где она? Вот тут. Зелье возможностей, 2500 очков, опупеть. Короче, качаться долго придется. Я зря, похоже, прогулялся, потому что, видимо, травники не торгуют этим зельем. Какая же, блин, печаль, беда. Мне бы пригодился прирост в 15%, особенно на земледелии. У нас бы получилось, что уже, как минимум, ну, если по 5, то плюс 15 прирост. Ну, или плюс 10, да. Эх. Давайте, знаете, как сделаем. Сразу в скакуна ударимся. А может, нам и супруга потом поможет. Да, пускай этот навык висит пока не распределенный. Пока я не знаю, что мне придется делать в первую очередь. Куплю я скакуна или займусь сельским хозяйством. Извозчик. Да, и даже говорить с тобой не хочу. Я настолько опечален тем... Где нам вот так вот по прямой пройти? Настолько опечален тем, что это зелье не продается... Такая печаль, такая беда. Но ничего страшного. Мы еще свое наверстаем. Съездим сейчас с порцией флаконов. Возьмем денег, купим рецепты. И все у нас будет замечательно. Факел вижу. Вот это что такое? Медная... Медный нож. Хорош. Большой тюк. 38 монет. Рассада хмеля. Забираем. С удовольствием. И идем вот так нам напрямую. Хорошо было бы, если бы кабанов двух по пути встретили. Заодно бы и сравнили. Ножи вообще чё? О, вот это нам надо. А ну-ка, щука, иди сюда. На, мимо. Кажется, в одну попал.
Блин, стамина кончилась. Да ё-моё, надо чуть-чуть побольше дать ему отдохнуть. О, вон, кажется, что-то всплыло там. Надо выше брать. Так, еще. Еще одна. О, это далеко уплыла. Ну, давай. О, так это я минус 3 сделал. Щука, взять. Щука, взять. Щука, взять. В щуку-то проще попасть. Медная стрела. Нигде больше не валяются моих стрел. Странно мне казалось, что я больше раз промазал. А так просто ее поймать руками не могу. Подводная охота. Надводная. Прикольно. Че, Росимир, че ты так долго идешь-то? Давай, побежали, побежали. У нас еще куча-муча всяких интересных дел. А где наши ребята? Они целыми сутками просто вот там что-то строгают, нет? Где они вообще ходят? Что они вообще делают? Да, действительно, строгают. Эх, те ребят, одно дерево уже, которые сутки. Что у нас здесь? Это ящик с инструментами. Нам-нам-нам-нам-нам. Скидываем сюда медный нож. Каменный добьем. Факел скидываем сюда. Бочку открываем. И у нас в бочку идет белина. Все. Помимо этого... А, нет, вот еще. Рассада хмеля, зерно капусты тоже сюда. Пшеница. Семя капусты. Далее... Вот в этот сундук у нас идет перо. И все. Шерсть тоже сюда. Блин, зерно в бочку не положил. Проглядел. Овсяное. Давай зерно сюда. Вот медь и вот это все. Куда складывать? Так, то, что касается еды, мясо пока что сюда. Яйцо с щукой. Щуку сейчас разделаем. Бурдюк с водой, зелье мгновенного лечения, медовуху продаем. Поэтому в сарай скидываем корм. 44 штуки, так мало получилось. Льняную ткань. О! А чё это такое? За история-то. 1000 килограмм всего сарай в себя вмещает. А у нас уже 841. И что делать? Причинное место муравью приделывать, что ли? Как нам это все расширить? Строить второй, да? Я читал в этом, в древе технологии, что они суммируются. Но это прям, это проблема. Причем такая хорошая проблема. В противном случае нам придется... Ай, почему? С каких пор это стало быть проблемой? Смотрите, что мы делаем. У нас бревна. Весят бревна. Ого-го, сколько. Мы бревна отсюда забираем. А, мы теперь ходить не можем, да? Замечательно. Надо было бревна забирать не все. Половину. Все равно не можем. Да, конечно. Четверть бревен берем. Идем сюда. Встаем на вот эту вот штуку. И бревно все скидываем. Опа, вот оно лежит. Гениально, гениально. 26 бревен теперь берем. Встаем сюда, скидываем. Раз. Замечательно. Берем еще 40 бревен. О, это уже тяжело. 40 бревен, это уже прям тяжело-тяжело. Скидываем их. Идем. И остальные 45 берем.
Нормально. Что у нас тут еще весят? Дрова, блин, 270 и камни. Так, камни... Че опять? 45 бревен много? Давай 20 отнесем. Где они? И камни. 114 килограмм. Но мы можем... Вот 50 мы можем перенести еще легко. Мы, наверное... Вот так вот их просто... Раз. Два. Вот так. Вот и замечательно. Можно было бы, конечно, в корзиночку. Ну, я вот так вот рядышком поставлю. Так посимпатичнее. Топеричи что? Топеричи будем делать давичи. Это у нас... Какой день лета? Непонятно. Четвертый. Понятно. Берем. Заходим сюда. Деревянная чаша, доска. 16 штук. Забираем. Пом-пом-пом-пом-пом. Бревно. 22 можно взять? Можно. Подходим вот сюда. Здесь доски. Выкладываем. Идем. Освобождаем место. Батильда, освободи, пожалуйста. Сейчас Росимир будет делать деньги в большом-большом количестве. Возвращаемся. Оп. Берем вот эти доски. И теперь всей пачкой их выкидываем. Идем за бревнами. Итого, ребятки, сейчас посмотрим, сколько досок у меня тут получилось. Я пару раз сходил туда-обратно. Я теперь не могу убежать, у меня перегруз. 160 досок. Ну-ка, выкидывай их. Становись впритык. Забирай обратно. Создать. Плетни и ограды. Да, плетни. Я почему-то думал, что плетение. Горшки бы интересно было еще сделать, да? Но они все глиняные, к сожалению. А, так это... Соединение цветка здесь происходит с горшком, что ли? Тю... А что, сразу на глиняном этом самом круге нельзя было сделать? Интересно. Мишки, миски, чашки, миски, тарелки. Большая плетеная корзина. Мне бы вот это тоже бы подошла. Средняя плетеная корзина. И ящик бы я с удовольствием поставил. Просто как по мне, это красиво выглядит. Вот это все можно декорировать, напихивать туда цветочки. Ну и ладно, делаем пока что 160 флаконов. Соответственно, их получится 1600. Если я все правильно понял, ну, грубо говоря, добавил нолик. Нолик. Да, и я не могу теперь ходить. Потому что 160 флаконов... Ой, 1600 флаконов весит 160 килограмм. То есть мне нужно два раза сходить туда-обратно, чтобы продать все флаконы. Просто, блин, замечательно. Я могу вот так ходить? А куда я флакон? Где флаконы? На верстаке остались, что ли? Да. Ё-моё, ребята, что-то перебор. Я знаю. Ну я же, я знаю. Я беру... Флаконы, где они, взять. И целиком их нафиг выкидываю из инвентаря. Пускай они лежат здесь. Затем я делаю гениальные вещи. Я беру 39 бревен. Затем беру корзинку. Иди сюда. Плетеная корзинка. Схватить. Я нашел решение борьбы с ограниченным весом. Некоторые вещи можно носить в корзинке с собой. Почему бы и нет? Хороший же вариант. Берем вот так вот корзиночку пока сюда аккуратненько ставим. И шуруем опять до круга. До круга, говорю, до станка. На этот раз не будем тревожить дам. Потревожим дедера. Дедер, освободи место, пожалуйста. Столярный верстак, доски, все. Расточительно, конечно, я все доски, получается,
сейчас израсходовал, да? Оставил только там сколько бревен? 40, что ли? Вы несете слишком много, не можете ходить. Да могу, почему нет? Идем сюда, верстак. И еще на 78 досок флаконов. Вы несете слишком много. Но на этот раз я хотя бы ходить могу. Новый уровень ремесла. Это у нас где? Это у нас вот тут вот. 7 уровень плюс 1 очко. Чё могу? Вот это у нас молотки ломаются медленнее. Ага. Производство мастерской в кузнице быстрее. Это нам не надо. Меня знаете, какой мучает еще вопрос? Вот здесь есть древо технологий. Это все, конечно, классно и супер. Три ответвления на нижнем ярусе веток есть. Значит, ремесленные знания. Это у нас бустует мастерскую и кузницу. Любопытный портной бустует швейную лавку. А любопытный поваренок бустует, соответственно, кухню. Когда я захожу в древо технологий, где-то тут вот, где это все, ремесло. Развивайте ветвь технологий, создавая предметы и провизию. И мне интересно, вот этот вот навык, который бустует опыт, он бустует опыт только для древа навыков или в том числе для древа технологий? Я пока что не понимаю. Но одно я понимаю точно, что мастерская и кузница будет мной в ближайшее время использоваться. Плюс у меня уже здесь одно очко есть, поэтому я возьму вот это. Да, потому что для декора я буду по-любому делать какие-нибудь там корзинки, те же самые флаконы. Кузнице мы будем делать инструмент, поэтому пускай нам бустуется опыт с мастерской из кузниц. Вполне себе. Значит, что мы теперь делаем? Берем плетеную корзинку в инвентарь. А сколько у нас здесь флаконов? 1600, а в инвентаре 780. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. А можем ли мы еще сделать флаконов? Ох, как интересно это все. И попробую сразу. Ну-ка, в инвентарь плетеную корзинку выкидываем. И сразу флаконы все выкидываем. Он сразу сюда поместится? Да. Ну я просто гениален. Блин. Такая задумка суперская. Бревно 42. Здесь у нас что-нибудь появилось? Еще 14. Нормально, пацаны, работают. Нормально. 14 бревен берем. И вот здесь вот у нас их 42. Итого получается 3200 флаконов. Плетеную корзинку выкидываем. Деревянные флаконы выкидываем. Схватим корзинку и понесли. Какие проблемы с перевесом? О чем вы? Я могу просто положить излишний ресурс в корзинку и перенести его в руках. Какой классный движок. Просто бомба. Еще я бы хотел посмотреть... Оп, обновляется ли? Нет, не обновляется. Эх. Ну и ладно. Схватить, плетеная корзинка. Пошли в гастою нафиг. Сейчас будем толкать всем направо-налево флаконы. Удобная тема, удобная. Мне очень нравится. А если отпущу? Это прям магия лесная. Соответственно, если мы можем переносить таким чудесным образом малогабаритный груз, то становится актуальным изучение рецептов больших корзин не только для декора, но в том числе и для переноса и транспортировки вещей на продажу. Ну, если вдруг к тому моменту у меня не будет, допустим, осла, который большой объем будет переносить. Хотя не исключено, что сидя на осле, тоже можно схватить корзину и путешествовать с корзиной в руках и на осле. Вот, интересные дела. Есть пирамида головой, а есть корзина головой. Так, мне кто-то из вас нужен тут?
Желательно тот, у кого больше всего денег. О-то-то-то-то-то, не потерять флаконы свои. Где у нас там чувак, который торгует с котом? Внутри здания, что ли? Мужик, ты, короче, ничего не подумай. Вот это ты, да? Оп. Сколько у тебя денег, Сабимир? 1100. Да, тоже неплохо. Погоди, не прощаемся. Стой! Да. Ну так нечестно. Зачем ты вышел? Зачем ты вышел? Мне теперь придется опять до тебя идти. Так. Плетеная корзина. Берем. Сабимир, постой. О, подожди. Ты продавец, нет? Нет, Сабимир, это самое, подожди. У меня для тебя выгодное предложение. Я из Арифлейм. Расимир из Арифлейм. Ну-ка. Где они? Деревянные флаконы. Сабимир, поговорить. Покажи товары. Сколько ты у меня купишь их? 550 всего ты купишь у меня флаконов? А чё так мало? Ну спасибо все равно. Давай, до свидания. Я теперь могу ходить? Нет, я и двигаться теперь не могу. Блин. Даже двигаться нельзя с этими флаконами, блин, в инвентаре. Плетеная корзина. Так, понесли дальше. Кто у нас следующий? Повар. Давай. Ага. Оп. Плетеная корзина. Деревянный флакон. Аделина. У тебя 20 монет есть всего. Ой, да, до свидания. Вы нам не подходите. Плетеная корзинка. Флакон. Схватить. Мы же покупали у кого-то зерно же, да, Эдвин? Может, у тебя есть что-то лучше, чем 20 монет всего лишь? Тем более ты на штатном месте на своем. Ну-ка, Эдвин, здорово. 2000 монет. Вот это уже серьезный разговор двух мужиков. Опа. 1400 флаконов у меня осталось, но у меня уже 4500 монет. Спасибо большое, Эдвин. До свидания. Я надеюсь, что следующая партия тебе тоже пригодится. Может быть, они будут и глиняные. Так, а вот теперь корзинка перевернулась. Надо как-то ее, ага, аккуратно взять. Не получилось. Так, давайте тогда... Я могу как-то вот так аккуратно подобрать. Потом выкинуть еще раз корзинку и еще раз флакон. Получилось? Да, получилось. Погнали. У нас еще остался один продавец здесь. Доброньега, жена Юнигоста, она торгует едой. И вот, мадам, целая корзина флаконов. Брать будете? 1303 монеты. Хм, осилишь ли ты мою новую партию? Реально, что ли, 1302? У тебя одна монетка осталась, я оставил тебя с одной монетой? Блин, реально, у меня 787 флаконов еще. Ой, слушай, Доброньега. Ты не видела здесь еще торговцев, случайно? Никаких? Этот, Юнигост. Где я могу найти? Я занятой человек, Расимир, спросить кого-нибудь еще. Ой-ой, какой ты важный. Отстань просто от меня. Разве тут не было еще кого-то? Пиво и там, как это, все это, чашка пива, это у нас Доброньега. Понятно, понятно. Ну чё, пошли в соседнюю деревню, то почему бы и нет? Фалибор, здорово, покажи мне свои товары. А у тебя и большая плетеная корзинка есть. Но я ее сейчас сам куплю, этот рецепт. Деревянный флакон мы можем закупить по 3,9. А продаю его за 2,1. Ну, в принципе, 2400 у тебя монет, так ты у меня все скупаешь. Давай сразу руду тоже скупай.
что у меня еще что-то было же на продажу, да? Медовуха, по-моему. У тебя 761 монетка осталась. Я могу тебе все три продать. И у меня уже 8148 монет. Хорош. Серьезно, щука стоит 17 монет? Ну нет, не буду ее продавать. Хочу посмотреть, что из нее можно съестного сделать. И сколько она дает пищи. Все, Фалибор, спасибо. Красавчик, выкупил у меня все лишнее. Здесь у нас кто? Есть новые лица какие-то? Добровой, Алиса, Ида, Милена. А, вы, не все из вас, да, могут быть поселенцами. Добровой, может быть, Балимира и Ульрика. Так, ну все с вами понятно. А дипломатия-то качается вообще, нет? Ох, 223 из 500. Надо было вот действовать дипломатии. Надо... Блин. Неправильную тактику я выбрал. Надо было все изначальные навыки, которые есть, просто в опыт вбухивать. Вот мне бы теперь узнать, да, выявление натуры неигровых персонажей. Пам-пам-пам. 223.9. А давайте быстро глянем. Давайте быстренько вот сейчас зайдем. Где тут у нас? Фалибор. Слушай. Купи у меня, пожалуйста, каменный нож. До свидания. Навыки, дипломатия, 224. То есть все-таки дает прирост сделка. Нифига себе, сколько всего надо продать. Вот это дела. Ладно, ребятушки, спасибо большое за просмотр. У нас сегодня нехилый прогресс. 8154,4 монет у нас сегодня появилось. С ограниченным весом я придумал уникальный способ переноса вещей в корзинке. Надеюсь, со слом тоже так это можно делать. Сидя на осле, брать с собой корзинку и таскать с собой все малогабаритные, крупногабаритные вещи. Вот. Большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Всем вкусного чая и добра!